Галина Алексеевна Самойлова родилась 24 июля 1941 года, через один месяц и два дня после начала Великой Отечественной войны. Это тяжелое время она, конечно, не помнит, но бережно хранит рассказы матери, единственного кормильца в семье, которая одна с двумя детьми пыталась выжить в самую тяжелую зиму блокадного Ленинграда. Блокада началась в сентябре, мне уже было два месяца, и выехала я из блокадного с матерью и с братом в 42-м году, в июле месяце, в Кировскую область. Когда меня привезли, я не могла вообще ни ходить, ни только лежать могла, потому что от голода очень страдала. И не хватало организму сил для того, чтобы сидеть и ходить. И меня там встретили, вот в Кировске, меня как ребенка, начали кормить. Но ведь кормить нельзя голодного сразу много, понимаете? И я получила какое-то отравление от того, что меня закормили. И ходить я начала там не то, что ходить сама, а вставать на ножки в полтора года. Просто на ножки вставать. Потому что такой ослабленный организм. Это страшное дело. Для Галины Алексеевны главная героиня в жизни – это ее мама. Отец погиб на войне. Как бы трудно ни было, она делала все, чтобы ее семья могла выжить. Мама меня спасла, во-первых, потому что у нее молоко было в груди 4 месяца. Это было спасение. Мне не нужен был дополнительный паек, который она получала. Мой паек она хранила там, в соответствующем месте, чтобы потом, когда еще пригодится этот паек. А брат этот паёк весь потихонечку съедал зимой, когда уже молока у мамы не было. Меня надо было кормить. Знаете, ребенок есть ребенок, он хочет кушать. И везде, где он достанет, он это скушает. Вот. А спасала меня мама чем? От холода, например. У нее была лисья шуба. Но это самый голод, это был, значит, вот 5 месяцев, 6. Страшная зима. Я сидела в этой лисьей шубе, ведь меня греть нечем было. Дров не было возможности привезти. Один раз, правда, мама пробовала вязанку на санках привезти, но она поднять ее не могла на этажи. И так и оставила, потому что она поняла, если она поднимет, то она просто уйдет из жизни. Сильный характер, мужество и героизм – вот что спасло семью Самойловых. 10 месяцев в блокадном Ленинграде, затем 2 года в эвакуации. После возвращения жизнь начала налаживаться, город восстанавливался, а маленькая Галя начала ходить в садик, пока мама работала. Здесь я жила на 10-й линии, дом 43. Мы приехали, был пустой дом, абсолютно. Я это помню. Мы жили во втором дворе, и там одни, единственные на третьем этаже, в квартире. Уже начали приезжать с эвакуацией другие жители, заполнять квартиры, которые были отремонтированы. Я, в общем-то, всю жизнь прожила здесь, на Васильевском, 40 лет. Когда День Победы был, то все праздновали, а меня забыли в садике. Это мама мне рассказывала. Потому что это такое сильное было ощущение победы, что они ничего, люди, не понимали от радости и не видели ничего кругом. И меня не заметили, что меня нет, а я в садике. Понимаете? Потом вдруг, когда они немножко остыли, охладели, они видят, что ребенка-то нет рядом, и бегом в детский садик. Вот такое было сильное чувство. Понимаете, оно затмило все, потому что радость этой победы была необыкновенная. После победы это тяжелая жизнь была. Мама с двумя детьми, да, это очень тяжело. Я помню, как мы бедно жили, но дружно. Вы знаете, это поразительно, сейчас этого нет. Вот просто мы все голодали. После войны тоже карточки были. У нас любимая еда была, знаете, какая? Это подсолнечное масло на блюдечке, посолить и с кипяточком. Вот это наша еда была.
Потом, конечно, появилась мука, и блинчики иногда мама могла сделать, но вот это осталось в памяти. Это вот любимое. Подсолнечное масло с солью и с хлебцем на блюдечке. Несмотря на трудное начало жизни, Галина Алексеевна всегда оптимистично смотрела в свое будущее и старалась трудиться. Упорство, мужество и оптимизм, которые, по ее словам, достались ей от матери, очень сильно пригодились в жизни. Я хотела, во-первых, педагогом всегда быть. Да, педагогом, учителем. Я любила очень школу, любила очень нашу учительницу по математике, Курсиш, Таисия Ивановна. Она была заслуженной, ей дали звание заслуженного учителя. Потом, когда мы уже закончили 10 класс, она была на 12 лет нас старше. Всего-то на 12. И поэтому я всегда хотела вот из любви к этой учительнице, она была классный руководитель, в педагогический поступить. Я поступала после 10 класса, но не прошла. Я хотела на журналистику поступить. А там надо было знать английский язык. Понимаете? А у меня с английским плохо. У нас хороший был преподаватель, но нас не учили разговаривать. Нам плохие знания давали по английскому языку. И, конечно, опять у меня не получилось. Вот, я не поступила. Но такая упорная была, вот все равно буду учиться. Васильевский остров был домом для Галины Алексеевны, как и для Санкт-Петербургского государственного университета. Так они и встретились. Галину Алексеевну и СПбГУ связал театр на Васильевском. Когда я окончила институт, я очень мечтала стать артисткой вообще с детства. Понимаете, а там был народный оперный театр. Народный. Это что? Это люди работающие, приходят после работы и занимаются своим любимым делом. Я там долго была. Потом я вышла замуж и так далее. Мне пришлось бросить это искусство, понимаете? Вот. Поэтому для меня вот этот театр на Васильевском, он как бы продолжился. Я туда пошла и стала, значит, распространителем билетов. И там мне сказали, что вот давайте распространять среди студентов наши билеты. Тогда еще вот этот театр Василия Островит, он не был так знаменит. Он сейчас стал знаменитым, понимаете? И, в общем, я согласилась и пошла сразу в университет, потому что меня все привлекает. И я познакомилась с профсоюзными работниками, со студентами там на кафедре ходила, предлагала им билеты, с удовольствием брали студенты мои билеты, и я была очень довольна, мне это нравилось. И там познакомилась с людьми, с профессорами, которых, может быть, сейчас уже нет, и они меня знали, и я их обслуживала, в смысле, доставляла им билеты на те вещи, которые они хотели. Вот так моя жизнь сложилась. Галина Алексеевна благодарна за свою жизнь, как в первую очередь своей маме, которая смогла ее уберечь, так и всем трудностям, которые помогли стать сильной и научили никогда не сдаваться. Самое главное, я всегда говорю, что мужество от мамы моей. Это осталось в памяти мужество вот людей, переживших эту блокаду. Это я, ребенок, этого не ощущала, может быть. Но вот я получила такие знания, что характер, мужество, энергия, которая внутренняя, прежде всего, не сдаваться в любых обстоятельствах, в какие бы человек ни попал. Иной раз очень бывает тяжело по жизни любому человеку. Но сдаваться нельзя, потому что раз жизнь существует, значит, надо пройти этот путь. Вот это мое понимание человеческой жизни –